Так. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня к вашему вниманию мы хотим вам показать наши результаты наших испытаний. В данный момент мы вот сейчас рассматриваем корни огурца. На этот корень мы давали специальный регулятор роста для корней, называется Кёклендриджи. Вот, как видите, корни огурца, получается, развиты очень хорошо, удлиненные и держат растение очень крепко. Дебинда бу кадар сувар. Аширы суламая рамен чок фазла кёк атмыш. Кёклер баксан. Так, как вы видите, вот корни у нас очень хорошо развиты. Her tarafı suya sarmış kökler. Sonra şuradan devam et. Şu da diğer yan taraftaki bitki, yeni hasat olmasına rağmen de göster meyveler ne kadar büyümüş. Так. Вот также можете посмотреть листья. В такой жаре держится очень хорошо. Не такие прям вялые. Так вот плоды, какие крупные. Вот как видите. Все это связано с тем, что корень очень хорошо развит, и иммунитет растения очень хорош. Также и вот сверху у нас уже идут плоды новые. Вот. Спасибо за внимание.